Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня Электрик, мы продолжаем проходить Чужой против Хищника. Так, нам нужно туда добраться. Так. Что никак. Опа. Ни за что. Оставайтесь внутри. Куда вас несет? Сюда вас несет. Что за черт? Это любовь с первого взгляда. Ну что, тварь, теперь тебе не весело? Опа. Тебе отсюда не выбраться, парень. Лучше не подходи слишком близко к стеклу. Что делать, а? Что делать-то? Держал, не расслабляйся. Я иду внутрь. Прикрой меня. Если стать напротив, то не стреляй. Ее нет. Что за черт? Что за чертовщина у вас там? Ответьте кто-нибудь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Палец, голубчики. Вали, вали, вали. Кусили голову. Так, уничтожить десантников, есть задание. Что дальше? Много жертв. Есть кто-нибудь живой? Отзовитесь. Так, дальше сюда. Внимание, тварь вывела из строя генератор. Черт, еще один генератор сдох. Свет гаснет. Так, нам, видимо, сюда. Ага. Так, открываем. Действие. Гад. Ты мне отомстишь за это своей головой. Как нам туда добраться-то, а? А-а-а! Обычная вентиляция. Так. Ага, теперь.
вернули сюда. Прикрывали здание. Все погибли. Ничего не вышло. Титан, не расслабляйся. Так, она без паники, боец. Нам надо скорее выбираться отсюда. Слышали? Не снижаем бдительность. Выключайте ток. Диспетчерская заблокирована. За указаниями обращайтесь к своей команде. Черт, убили. Они должны погибли. Ничего не вышло. Нам конец. Так, оно без паники. Вы слышали? Нам надо скорее выбираться отсюда. Вылез. Исчез в темноте. Это еще что за чертовщина? Он здесь, здесь! В атаку! Веду огонь по цели! Скотина. Твою-то мать! Выключай! Со мной номер не пройдет. Пройдет. Ух ты! Они там все погибли. Ничего не вышло. Нам надо скорее выбираться отсюда. Диспетчерская заблокирована. За указаниями обращайтесь к своей руководителю. Гадина. Блин, ну ты чё? Все, теперь я нету больше. Они там все погибли. Ничего не вышло. Так, оно без паники, боец. Не давайте, нам надо скорее выбираться отсюда. Диспетчерская заблокирована. За указаниями обращайтесь к своим руководителям. Слышали? Гад. Со мной номер не пойдет. Молодец. И как мне его убить? Они там все погибли. Ничего не будет. Нам надо скорее выбираться отсюда. Слышали? Внимание! Устроили! Пожалуйста, сработай! Со мной номер не пройдет! Дебил! Внимание! Наконец-то! Так, как мне туда добраться, а? Захожу сбоку. Подключите. Надо его найти.
Так, подождем, пока жизнь восстановится. Да. Так, голова мне пригодится. Так, куда мне теперь? Отвлекли. Сюда. Я уже не знаю, куда идти. Блин. О! Принца волей. Ну что ж, продолжим. Развитие сюжета 94%. И знаете, что это значит? Что скоро конец. Если это так. Если 94%. Или это сюжет одной миссии 94%. Не знаю. Типа того, что вдруг отключайте энергию и разбивайте лампы везде, где только сможете. Ваша жизнь адаптируется. Можете добить противника одним ударом или освещить все на убийство. Нажмите Э. Извиняюсь. Так, я не знаю, какой это уровень. Не знаю, сколько их здесь. Так, ну как я помню, нам нужно идти... О! Я помню. Ах ты, дяденька, успокойтесь. Нам нужно вот туда вот идти. Да-да, вот. Ладно, не будем тратить на всяких людей. Ладно, сюда. Не будем тратить время. Заактивируйте две плиты. Где-то еще плита. О! Вот мы видим, что-то открывается. Давайте быстро туда. Вроде бы тут открылось. Я туда не верну. Этот парень не сможет туда добраться. Так, сюда. Все будет хорошо, если не открывать дверь. Хе-хе-хе-хе. Даже не видит. Мужичок? Где хана? Опля. Так, нам где-то наверх. Так, нажимаем кнопочку. Все. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. То... Ладно. Куда-то дальше. О! Опа! Хищник. Неужели это финал? Вау. Чёрт. Да он не один. Фух.
пройти в следующую зону. О! Где ты? Я тебя вижу. На, на. Вау. На, на. Вау. Минус один. Где еще один? Ага. Ах ты! Позвоним в спидбой с хищниками и убить их. Это, походу, последний. Измотать и изнести еще хищника воина. Вау. Ах ты! А вот иди. Так, где ты там? Ах ты! Пощи! Пощи, пощи, пощи! Иди сюда! Да. Да. Ах ты ж. О нет. Вот так тебе, мужик. Жик-жик. Хотя, жик-жик, ты не мужик. О, да. Транспортирован с планеты.
Ну что ж, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Вот. Вот и мы прошли Чужой против Хищника. Некоторые фанаты называют ее третьей, потому что есть второй и первый. Ну, если будет предложение пройти в первый и второй, и, если, я не знаю, или первый пойдет на Windows 7, ну, попробуем. Ну, если вы хотите увидеть первый и второй, пишите в комментариях. В данном случае вы уже увидите Far Cry 3. И, конечно же, Assassin's Creed 2, который еще не законченный. Я не знаю, где я там еще пока что, может, на каком новом месте. Но после Чужого начались титры, потому что я все уже, наверное, прошел, и уже титры идут. Спасибо всем, кто смотрел все эти части. Даже спасибо тем, кто смотрел отдельно Десантника, отдельно Чужого, отдельно Хищника. Даже не смотрел, ну, например, там Десантника или Хищника, а смотрел только Чужого. Но все равно вам спасибо. Спасибо за то, что подписываетесь на канал. Комментируйте, лайки ставите и вообще смотрите мои видео. Я очень этому рад. У нас 329 подписчиков. И я очень рад этому. Для меня это очень большое достижение. И это, как вам сказать, это очень, как кому как. Мне очень хорошо. Вам хорошо. Вам хорошо смотреть. И постараюсь видео почти матово не вылаживать. Смотрите мою Continuum Bridge с вебкой. Вот, смотрите мои прохождения. Спасибо вам. И спасибо, дорогие подписчики, друзья и обычные люди, которые это смотрят, которые не подписаны или вообще не зарегистрированы в Ютубе. Вот, какие планы на следующий раз после Far Cry 3, я пока не знаю. А после Assassin's Creed будет, ну, по сериях Assassin's Creed. Ну, если как захочется. Да. И до встречи к новым прохождениям.